обиде хорошо. Ну, ковролин даже. Ну да, чистая общавка. Просто заметает. Я говорю, снега наметает аж. Ну да. А он все. О! Тут походу был пипец. Сентиляшки натекло, кстати. Да, да. Лихуя там. Ну да. Хочешь все это поделать? Для ног тебе такая. Ну, я хочу это кресло качал. Ходить. Тут какой-то работяга жил, походу. Ну тут пиздец, это приколите, ребят? Это только первый этаж. Второй будет еще хуже, а третий это будет невыносимый этаж. Невыносимый в плане? Ну, ты посмотришь, что все происходит с первым этажом. Ну, нифига. Ну, а ты представляешь, что выше будет? Блин, камера, я не знаю, не передает она или нет, но короче. Сейчас я попробую выключить фонарь. О, вот так лучше. То есть все обледеневшее. Склад какой-то был. Да. Сразу напомню, да, что это тюремный. Да, просто все обледеневшее. Да. Ну, посуда. Наверх не думаете? Ну, не знаю. На дельника побежите, посмотрите. Просто все погибает. Окна повыбиты. Пойдем выше. Сразу на третий. Ну можно, да, сразу подняться на третий, потом спускаться. Мне кажется, тут больше местные как бы развлекаются. Ну вот да, это меня тоже, кстати, наводит на мысль некоторые кровати. Я говорю, три разные ушка, вон, одна мне, другая Джамшу, третий сильно сомнений. Да не, кстати, тут, ну хотя тоже, да, подмерзшие. Можно снег соскребать. Сплошной лед. Я вам говорю, Ахтунг. Это, блядь, вообще просто Ахтунг будет. Что? Ахтунг. Смотри, близ. Близ. Просто так. Накапало. Откуда? Откуда это с люстры? Я вам говорю. На самом деле, хорошо, что... Так тут он даже... Знаешь, что такое? Его просто нормально подтопило. О! Идите сюда! Ну, сюда не может не выдержать.
делаю. Оно столько как бы там вообще надо быть аккуратным. Можно не очень неудачно подскользнуться. О, мы умоемся в ванной. Да ладно, не смотри. Присесть на сосульку. Блин, вот эпичная такая, очень конкретная заброшка заброшки. Смотри. О! Просто. Ох! Ничего себе тут. Просто все затопило. Просто все блестит, короче. Ледниковый период какой-то. А где-то нормально, кстати. Жить где-то... А. Где-то, блядь. Как бы уже... Най, не пойдет он. Так просто пойдем по сплошному льду, почему он, наверное, сантиметр где-то. Все, чувак, а не спотеть. Пойдем прогуляемся, чисто по приколу поржать, что тут еще, может, где-то подморозилось. Ну, вот такая вообще вот. Не, можем пойти вниз сходить. Не, пойдем, пройдемте. Матраса мало или она? Ну, говорит, мало, что сохранилось. Надо три раскрыть. О, кстати, смотри, вот тебе. Да, уже. Потихоньку подхабаривает кто-то. Да, да, есть такое. Ну, в общем, матрас от яма. Это же хорошо, что мы сюда добрались зимой. Да. Добавляет своей атмосферы, короче. Мы вряд ли походили бы по этажам. Почему? Было бы, во-первых, очень пыльно и вонючего. Да тут, блядь, текло бы. Текло бы. Все тут пик. Да уж. Да уж. Бля, мне всегда вот такая краска облешенная нравится. Да, вообще хочешь такой, знаешь. Просто сколько времени. Настолько замкнуть. Главное, щитки под замками. Собрать или на выход? Да? Да. Типа не сквозная. Видимо, нет. Походу батарея лопнула. Ну вот и все. Всем пока.
Кто же давал фотки, он присылал. Toyota Zinger. Лихо даже чехлы для виски. Ну, ча, ох, чайка. Это тоже уже своего рода раритет. Постимись, какого года? No path, 2015. Такая типичная коммунатурщика. Вот, а, то есть они были на двоих, на троих. Ну, еще, по-моему, заодно. Звонки еще. У нас еще были такие в школе. Ну это получше как-то с охраной. Чутка. Ну в плане самого здания, не такой промерзший. Кстати, да. Удивительно. Вода как бы есть, но... Лишь капает. И между панелями сочится вода. Ох. Да, как бы. Здание, конечно, аварийное. Крыша течет от слова совсем. Иди пройди там. Где? А что там? Тут можно такой поток построить. Там взять не лучше. Ну и какой поток воды? Хуя, тут в этой трубе. Да, это будет. Это будет ясно будет. О, да тут не надо ничего устраивать, слышишь? Это же, ну, елки, да. Здесь просто. Слышишь, ёбни тебе потолок. Да, мне кажется, он там и так. Ему хана. Странно, почему здесь не замерзает так же. А? Не, ну ты подтаявшая, как бы, вот что самое удивительное. Грянула не такая промерзшая. Угу. Давай. Ну, в принципе, все комнаты типичные. Угу. Где-то больше, где-то меньше. Какая-то живопись. Я тут заморачивался, разрисовывал стены. Может быть, даже кто-то, если кто здесь учился, узнает свою комнату, мама. Блин, нифига, как на коньках. Ты видел, что ли, тебе? Или где ты там? Труба, видите, стока для слива воды, и, сука, еще она устроена внутри здания. Нормально, что? Это вот реально, вот, когда ученики здесь ходили, и просто слышали, что вода хуятит просто. Ну. Слышь, мне даже страшно, она может ебнуть, короче. Может, как нефиг. Конечно. На Мексике она просто замазала, когда-то была. Сука, гениально просто. Значит, что конкретно? Да, потому что он стоит с приколом, как с этой трубой. Аварийно. Что, он там вылезет?
Ну, ну, гря, как бы все типичное. В принципе, кроме... Выбили себе хату, короче, какую-нибудь нормальную. Нихуя я плачу аренду. Сделать сталкерскую. Да, мне просто нормальную хату. Можно, да, кстати, было бы замутить. Пожить здесь. Не мешайте спать. Ходите, только не тихо. Вот, смотри, а здесь что-то поменяли. А слушай, а здесь воды нет. Слив забит, наверное, походу. И воды поменяли, где? Нет, никакой, потому что здесь... Пластиковую смотреть. Просто батарею разорвал, кусок вырвало. Кто-то здесь живет, чего-то реально, знаешь, и он все время бы слышал бы, слышит его, да, кто-то сыт постоянно. Ну ты понимаешь, да? Я думал, над ней все угорали, кто здесь жил в то время. Ну такая дикая хуйня. Ты постоянно слышишь воды. Жестко, короче. Это в дождь, да, это вообще просто. Да, да, знаешь, что в дождь было, интересно. Она просто хуяет. О, мало ли будет себе хавчик готовить. Ну и кухня, кстати, бесплатно тоже, знаешь, ты не берешь хату, все, а... все включено. Берешь хату, кухня в придачу. Да. Поставишь себе...